на виду где-то здесь с ним разговаривать. Ты что, сумасшедший, что ли, или что? Ты должна была где-то вот здесь сесть и поговорить с ним. Не, я ему говорю, ничего себе место нашел, говорю, такое тайное место. Какое тайное место? Ты что? Чтобы... Порубай свою голову, потому Оля. Что не даешь здесь поговорить, потому что будешь подходить. Мы думали, ну, спрячемся. Тебе смешно? Ты считаешь, это смешно? Ты нас не найдешь. Это смешно, да? Ну, посмейся дальше. Ну, Зай, ну реально смешную ситуацию. Нашел же. Молодец. Горжусь с тобой, честно. Нашел же. Вот кто ищет? Кто ищет, то всегда найдет, Дим. Молодец. Ой, до слез реально, Дима. Я так и думала, что ты там ищешь. Вот реально думаю, сейчас придет, вот как чувствовала. Я говорю, Костя, по-моему, все, говорю, нашел. Оля, это ненормально, Оля. Это ненормально, Оль, ты себя ведешь сейчас. Ой. Девушка себя из высшего общества никогда вести не будет. Она не будет позволять, чтобы кто-то целовал мацал. Мне не трогал. Она не будет уединяться. Так, стоп, слушай, она не будет уединяться. Она даже предупредит своего молодого человека и скажет, что она пойдет с ним куда-то поговорить, с другом своим. А ты ушла тайно, при том, что мне об этом не сказал. Никогда в жизни. Слушай, Оля, все, а хватит. Где доверие? Подожди, где доверие? То есть ты опять думаешь, что я легкодоступная девушка? Нет, я тебе об этом не говорил сейчас. Ничего не было, ты не застал нас там, ни поцелуя нас не было. Ты что несешь вообще? Боже мой. Ты думай, когда что несешь вообще. Я здесь сижу, и ты мне сейчас об этом говоришь вообще. Конечно, нет. Пока я в отношениях, Дим, ты знаешь меня. Не знаю.